Сельскохозяйственный кооператив в селе Тушна Сенгелеевского района «Производство молодое и перспективное». 2 года назад несколько местных фермеров решили объединить усилия и создать общую площадку, на которой они смогли бы перерабатывать свою продукцию. Сказано, сделано. В феврале 2017 года был официально создан Тушнинский кооператив. Сейчас в объединение входит 16 владельцев личных подсобных хозяйств, 3 крестьянско-фермерских хозяйства и 2 юридических лица. Местные жители сдают мясо и молоко, а кооператив занимается переработкой полученного сырья. Через год приняли участие в комиссии по получению грантов. Получили 3 миллиона. Большое спасибо Министерству сельского хозяйства. На выделенную сумму кооператоры полностью обновили колбасный цех, закупили оборудование и отремонтировали помещение. Из натурального сырья получаются копченые, вареные колбасы, сосиски, сардельки и ветчина. Продукцию фермеры реализуют на сельскохозяйственных ярмарках и в местных магазинах. Планы у кооператоров масштабные, в том числе и обновление молочного цеха. В молочном цехе хотят заменить, значит, линию на более экономичную, потому что у нас до этого было на мощности большие, то есть там до 10 тысяч тонн, энергоемкое оборудование, очень тяжелое, очень дорогое все. Хотим сейчас обновить, облегчить, так сказать, ну, до 3-4 тонн. Кстати, желание вступить в Тушнинский кооператив изъявили и другие фермеры из Сенгелеевского, Вишкаемского и Терингульского районов. Дарья Сударева, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.